Всем привет! Сейчас специально для канала «Банковский» мы поговорим о том, как отказаться от страховки по кредиту в Сбербанке. Если вы взяли кредит в Сбербанке и автоматически еще и оформили страховку по данному страхованию, то можно отказаться от этой страховки, но вам необходимо помнить о самом важном правиле, нюансе, который как раз-таки и существует в Сбербанке, ну и как, в принципе, и в других банковских организациях. И, возможно, отказаться, и самое главное, вернуть деньги от страховки только в том случае, если вы напишете соответствующее заявление в течение первых 14 дней после взятия кредита. Это очень важное условие. Если вы пропустите первые 14 дней, то, к большому сожалению, вернуть деньги за страховку вам не удастся. Но в любом случае отказаться от нее можно на любом этапе, если вы взяли кредит в Сбербанке. И для того, чтобы это сделать, вам необходимо обратиться в отделение Сбербанка. Если вы оформляли кредит и брали кредит онлайн, то можно обратиться в любое отделение Сбербанка. Если вы оформляли кредит именно через отделение, то обращайтесь именно туда, где вы и оформляли данный кредит. И любому специалисту вы должны сказать, что хотите отказаться от страховки по кредиту, и в Сбербанке есть специальный бланк, как раз-таки предназначенный для того, чтобы заемщики писали заявление на отказ от страховки. Конечно же, необходимо иметь при себе паспорт, документы по кредитованию, в которых как раз-таки и будет также находиться все данные о вашем страховом полисе. Вы должны будете вписать также в этот бланк реквизиты счета, того счета, на который и будут отправлены деньги. То есть, если вы уже успели, например, заплатить за страховку, то те деньги, которые вы уже использовали, то есть заплатили, вам вернутся на этот счет обратно. Также можно не обращаться в отделение Сбербанка, а воспользоваться, например, почтой. Можно отправить все данные по почте, но сами понимаете, что это не самый удачный и лучший вариант, потому что с нашей почтой может случиться все, что угодно. И лучше, конечно же, лично обращаться с паспортом, со всеми документами по кредиту в отделении Сбербанка, написать просто одно заявление, и больше от вас ничего не потребуется. Ну а ссылки на самые лучшие кредитные и дебетовые карты находятся в описании к этому видео. Это видео снято специально для канала «Банковский». Если оно оказалось для вас полезным, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До свидания!